Всем привет! Ну что, продолжаем открытие наших карт. Третий этап – это мифические карты героя первого уровня. Насколько я знаю, они донатные. Поэтому, я думаю, тут шанс намного выше будет для всех героев, которые здесь есть. Потому что в остальных картах, как вы видели, шансы выпадения черепа очень маленькие. Точно так же и Гаргула, и Капитана Дрейка, тот же самый РС, тоже очень редко падает. Фактически, там упало нам по 4 карты, 4-5 карт. Ну, что, поехали. У нас 303 карты, давайте 3 по 1. Влад Дракула. Раз. Еще один раз. Ну, шанс вроде хороший. Тут и героев, соответственно, меньше. Так, одержимый Валентина. Черепа таки нет. Ну, ловим черепа. Медузка. Да, череп, видите, не падает. Даже здесь хорошо не падает. Гаргул. Ну, череп, приди. Есть. Так, черепок. Ну, сейчас посмотрим, какой тут шанс. Тут проще будет посчитать. Еще один череп. Гаргул. Ну, как-то так. Не очень черепа даже здесь падают. Хоть карты и донатные. Самый имбовый герой череп получается. Так, еще один. Это ж сколько кхшек будет. Сразу можно будет нового героя прокачать на максималочку. Да. Печаленько. Вон, два горгульчика, топчик. Одержимый и череп. Ну, смотрим, что у нас получилось. Ни много ни мало, уже 55 ресов. Так. Дедушка Мороз, 52. Варлок, 48. Круто-круто падают, конечно, здесь герои. Добавилось всего 4 черепа. Странно. Немного. Капитан Дрейк нападало прилично. 5 горгулов упало. Валентин тоже. 33 Валентины нам упало с 300. 10%. Ну, а тут все из-за того, что героев очень мало, как видите, и падают герои намного лучше из-за того, что количество малое. Так, укротитель тоже свыше 10% шанс. Одержимый получается 3%. Немного. 6%. Кто там у нас еще падал? Да, череп самый редкий герой. Как-то странно, чем он лучше, чем остальные. Например, горгулы, там тот же самый капитан Дрейк. Ну вот такой вот рандомчик
Пишите потом в комментариях, как вам такое открытие карт, кого вы ожидали отсюда увидеть в большей степени. Ну, как видите, не особо надейтесь на черепа. Именно для вас пооткрывал карты, чтобы вы понимали, какие герои будут падать в первую очередь. Ну, все, следующие карты, это у нас остались мифические карты героя. На них будет специальная акция, думаю, для многих интересная и рандомная. Все, всем пока, всем удачи.